Привет, друзья! Публикуем эпизод с российским ЗРК «Панцирь СМДЕ», который был показан на прошедшей международной оборонной выставке «Айдекс-2025» в Абу-Даби. Обзор по нему мы делали. Ссылка на видео в комментариях к ролику. На видео впервые показали близко вместо двух ракет третий тип ракет, используемых ЗРК «Панцирь». Официально по пресс-релизам используются ракеты 57Э6Е и противодроновые мини-ракеты ТКБ-1055. Третий тип ракет – это ракета 57Э6МЕ с боевой частью кинетического действия «Завеса». Масса боевой части выросла с 20 до 25 кг. Масса ракеты возросла с 98 до 115 кг. С ракетой 57Э6МЕ ЗРК «Панцирь СМДЕ» может поражать цели на дальности 30 тысяч метров и высоте 18 тысяч метров. Ракета 57Э6МЕ увеличила дальность стрельбы ПВО на 10 тысяч метров и высоту поражения целей на 3 тысячи метров. Скорость полета ракеты 57Э6МЕ увеличена с 1300 до 1700 метров в секунду. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.